Привет всем любителям компьютерных игр! В эфире PNC News, еженедельный выпуск игровых, а местами околоигровых, новостей. 26 марта выйдет Pillars of Eternity, хрестоматийная ролевая игра от Obsidian Entertainment. Авторы, уверенные в успехе своего детища, уже вовсю работают над масштабным дополнением. Обещают по меньшей мере 20 часов игрового процесса. Минск и Бу такой подход одобряют. 24 марта выходит второй эпизод Life is Strange. Макс и Хлои разыскивают свою пропавшую подругу Рэйчел, а в тихом, казалось бы, городке Аркадия Бэй продолжают происходить таинственные события. 25 марта выйдет Aetherium – стратегия в реальном времени, по всем признакам напоминающая Star Wars Empire at War. Всем любителям стратегий на заметку. Разработчики Star Citizen буквально взорвали интернет новым трейлером. Игровой процесс, показанный в ролике, поражает своим разнообразием и небывалым для жанра космического симулятора размахом. Релиз игры запланирован на 2016 год, ждать еще долго, но будем надеяться, авторы еще не раз порадуют нас эпическими красотами. Немногие вспомнят старичка Десанта. Был такой космический шутер в далеком 94 году. Так вот, на Кикстартере открылся сбор средств на ремейк этой игры. Проект носит название Descent Underground, и авторы с мира по нитке собирают 600 тысяч долларов на его реализацию. Разработка ведется на движке Unreal Engine 4, релиз намечен ровно через год. Плохая новость для любителей киберпанка. Выход ролевой игры Cyberpunk 2077 отложен на 2016 год. Дело в том, что студия CD Projekt Red бросила все силы на разработку третьего Ведьмака, сообщил глава студии Адам Бодовский. Студия Telltale Games подтвердила разработку третьего сезона Walking Dead и пообещала фанатам серии тематические сюрпризы до его выхода, дабы скрасить томительное ожидание. Симулятор безумного водила Carmageddon Reincarnation хочет выйти из зоны раннего доступа и даже намеревается это сделать аккурат 23 апреля. Ждем! Разработчики Mortal Kombat X добавляют в свой проект культовых персонажей, одного за другим. Сначала Джейсона Вурхиза из «Пятницы 13», теперь хищника из одноименной кинофраншизы. Поклонники обозначенных киновселенных должны быть довольны, равно как и любители эффектных кроссоверов. Еще двумя персонажами, входящими в так называемый Combat Pack, стали Тремор и Таня. Релиз Mortal Kombat X состоится 14 апреля. Авторы изометрического экшена Bombshell решили похвастаться уровнем детализации в своей игре. Видать, игра уже практически готова, и авторам попросту нечем себя занять. Но не нам жаловаться. Главное, чтобы проект вышел качественный. На просторы интернета вышло первое видео, демонстрирующее игровой процесс ролевой игры Sword Coast Legends. Внешняя игра очень похожа на Dragon Age Origins. Неудивительно, ведь над игрой работает Дэн Тадж, директор и продюсер последней. Но вернемся к Sword Coast Legends. В основе проекта лежит пятая редакция правил Dungeons & Dragons. Авторы обещают крепкую сюжетную кампанию, возможность кооперативного прохождения в режиме до 4 игроков. Для пятого игрока предусмотрен режим Dungeon Master, позволяющий влиять на ход кампании и всячески пакостить остальным игрокам. Точные даты выхода Sword Coast Legends разработчики пока не сообщают. Студия Prior Games разрабатывает приключенческую игру Verona. Действие игры разворачивается в будущем на постапокалиптической земле, на которую в поисках артефактов прибывает команда кладоискателей. Большая часть игрового процесса будет сосредоточена вокруг этих самых поисков, но само собой будут и развилки в повествовании, связанные с тем, какие отношения сложатся у игрока с возглавляемой им командой. Дата релиза данной адвенчуры пока не сообщается, а хотелось бы. Разработчики из Or Creative готовят адвенчуру Айра, названную по имени главного героя. Герой отправляется в космическую экспедицию в далекую и загадочную планетную систему. Очнувшись от анабиоза, Айра обнаруживает себя в полном одиночестве, если не считать говорящего искусственного интеллекта на борту корабля. Ему предстоит узнать, куда подевались все члены экипажа и, разумеется, разгадать тайну загадочного уголка вселенной, в котором он оказался. Выход проекта на Kickstarter планируется 2 апреля, и в случае успеха кампании готовую игру можно будет ждать в 2016 году. На данный момент доступна браузерная демо-версия.
666 оттенков зла. Именно так характеризуют игру Dungeons 2 и ее авторы. Игра даст почувствовать себя темным властелином в лучших традициях Dungeon Keeper. Релиз назначен на 24 апреля. Компания Codemasters опубликовала в своем твиттере изображение темного властелина, главного героя симулятора Overlord. Если это намек на продолжение серии, то с нетерпением ждем анонса. Анонсированы дополнения Eternal Lords для Age of Wonders 3 и Celt Sculptor Pact для Total War Attila. В обоих случаях стандартный набор плюшек, новые юниты и новые карты, как для сингла, так и для мультиплеера. Почему бы и нет? Релиз обновленной Dark Souls 2, носящий подзаголовок Scholar of the First Sin, состоится 2 апреля, ранее запланированного срока, и помимо улучшенной графики будет включать все DLC, выпущенные ранее. Но самое главное, противники станут еще опаснее, благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту и более выгодному расположению на уровнях. Кстати, ровно те же улучшения обещают и в переиздании Horror State of Decay, релиз которого ожидается 28 апреля. Лишь бы хардкора побольше и графику покраше. Что ж, не будем возражать. Теперь к новинкам прошедшей недели. В первую очередь, это, конечно, Battlefield Hardline. Представление не нуждающееся. PR-компания отработала как надо. Только за последнюю неделю в сеть угодили разнообразные материалы, касающиеся этой игры. Тут и диванные войска в мультиплеере, и необычайно детализированный гамбургер, такой, что все остальное на его фоне как-то теряется. В завершение рекламный ролик с живыми актерами. К самой игре на первый взгляд вопросов нет. Красиво, масштабно, динамично. Плюс наличие одиночной кампании, в которую в кои-то веки интересно играть. Вот только цена кусачая. Эпизоды. Состоялся релиз 4-го заключительного эпизода Resident Evil Revelations 2, так что теперь все желающие смогут узнать, чем же закончилась эта страшилка. Новый сериал от Telltale Games, который по мотивам известного шутера, также пополнился новым эпизодом. Полку красочных платформеров прибыло. Встречайте, Wolf's Red Hood Diaries от Green Studios. Как ясно из названия, перед нами очередная вольная интерпретация сказки про Красную Шапочку. Главная героиня тут на порядок взрослее, мрачнее, вооружена топором и одержима жаждой мести за погибшего отца. Главный подозреваемый некто Wolf, злой правитель местного городка, который без сомнения приложит все усилия, чтобы седовласая девушка в красном плаще не смогла докопаться до правды. Молодая студия Rabicon выпустила инди-хоррор под названием Гектор. Главная особенность заключается в том, что мир игры живет своей жизнью. Расположение комнат меняется прямо по ходу игры, создавая атмосферу натуральной шизофрении. Не знаю, как там с реализацией, но в теории звучит оригинально и свежо, делая игру достойной внимания всех любителей хорроров. Burnstar – симпатичная на вид экшен-головоломка, которая на протяжении 60 уровней учит грамотному использованию взрывчатки. Судя по ролику, скучать в игре не придется. Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas – новый пазл-платформер, игровой процесс которого напомнил мне старую добрую Little Big Adventure. До таких игр по пальцам пересчитать можно, непременно ознакомлюсь, тем более, что цена за это удовольствие более чем доступная. Ролевая игра Star Crawlers выглядит так, будто механику Legend of Grimrock перенесли в научно-фантастический антураж. Вместо фэнтезийных подземелий – лабиринты космического корабля, вместо рыцарей и волшебников – всевозможные роботы. Игра вышла 17 марта на Steam в режиме раннего доступа и уже снискала положительные отзывы игроков, так что поклонникам жанра стоит ознакомиться. Еще одна игра про истребление зомби – двухмерный шутер Zombie Kill of the Week Reborn. В игре доступно 25 видов оружия, кооперативный режим до 4 игроков и 4 уровня, в которых нам придется сражаться не на жизнь, а на смерть, с целью продержаться как можно дольше. Скромный набор карт разработчики компенсировали редактором, в котором каждый игрок сможет сам создавать новые уровни и делиться ими с друзьями. Любителям пошаговых стратегий можно попробовать игру Spirit of War по мотивам Первой мировой войны. Одиночная кампания, состоящая из 48 уровней, 12 карт для сетевой игры, 47 видов юнитов – довольно щедрый список, не находите? Wings – второе бесплатное дополнение для космического симулятора Elite Dangerous. Главное нововведение – вид от третьего лица и возможность игроков объединяться в звенья для выполнения сложных миссий.
Psionic Warfare Total Destruction – это модификация к игре StarCraft 2, которая превращает привычную, казалось бы, стратегию в шутер от третьего лица. И хоть проект нельзя назвать полноценной игрой, нельзя не проникнуться уважением к авторам всего мода, настоящим фанатам. А что ты сделал для StarCraft в свои годы? Околоигровым новостям. На прошлых выходных в сети цифровой дистрибуции Steam был зафиксирован рекорд посещаемости. 15 марта в первой половине дня число пользователей в сети достигло отметки 9,6 миллионов человек. И все это на фоне шквала критики в адрес техподдержки, которая, по мнению многих экспертов и простых игроков, оставляет желать много лучшего. В недавней беседе с журналистами представители Valve заявили, что компании предстоит большая работа по улучшению техподдержки, которой они плотненько займутся в скором времени. Square Enix открывает облачную игровую компанию Shinra Technologies. Поклонникам серии Final Fantasy название компании покажется до боли знакомым. Задача, стоящая перед создателями технологии, заключается в минимизации роли игровых устройств. Как и OnLive, система будет просчитывать игру на удаленных серверах, передавая конечному пользователю лишь готовый видеопоток. Мало того, что это раз навсегда решает проблему пиратства и читерства в видеоиграх, так еще и позволяет авторам игр преодолевать так называемый технологический барьер, когда фантазия разработчика ограничена средней конфигурацией игрового железа. Демонстрации нам показали огромный уровень с тысячами объектов, двигающимися независимо друг от друга и взаимодействующими с виртуальной средой в режиме реального времени. Shinra Technologies уверены, что это откроет новые перспективы для игровой индустрии. Бета-тест начнется уже скоро. Sony Pictures Entertainment наконец-то показала, как будет выглядеть вторжение злобных пришельцев в грядущем блокбастере «Пиксели». Ха, мои глаза распадаются на пиксель при виде этого зрелища. Не знаю, как ваши. Выход картины назначен на 23 июля. На сегодня все. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте друзьям. Дальше будет только интереснее. Пока!